Страшная авария произошла сегодня в Алтайском районе. Тяжелых пострадавших доставили вертолетом в Барнаул. Сейчас наши медики борются за их жизнь. По предварительным данным, пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой». ДТП произошло около 8 утра. В легковой машине находилось 2 человека, в салоне микроавтобуса 17 пассажиров. Большинство – граждане Монголии. Все обследовано, 9 госпитализировано, 2 в тяжелом состоянии в реанимации, 7 в средней степени тяжести, 8 амбулаторно прошли. Все с краевым центром медицинских катастроф консультированы, санавиации, вертолетом, 2 направлены в БСМП. 2 граждан Монголии, что пострадали серьезнее других, сейчас находятся в реанимации. Они получили черепно-мозговую травму. Врачи говорят, что их жизни угрожает опасность. 7 пострадавших средней тяжести недавно были переведены в центральную городскую больницу Бийска для дальнейшего обследования и лечения.